каждым годом воспоминания о той войне уходят в историю. Все меньше в праздничной колонне на трибунах остается ветеранов. «Бессмертный полк» – акция, призванная сохранить память о Великой Отечественной войне, о каждом, кто, не жалея своей жизни, боролся за освобождение Родины. Ненецкая телерадиовещательная компания совместно с Центром поддержки молодежных инициатив поможет вам обновить и увеличить фотографии родственников фронтовиков и стать участником «Бессмертного полка». Ждем вас до 6 мая по адресу улица Ленина, дом 25А, второй этаж. Справки по телефону 2 17 17.